Этот фильм снят по многочисленным просьбам. В фильме запечатлена последняя неделя жизни в оздоровительном лагере «Романтика». Пусть этот фильм останется на память всем, кто хочет помнить о том, как здесь было интересно и весело в июле 1996 года. Лагерю «Романтика» объявляется подъем. Всем доброе утро. Сегодня среда, 24 июля. Температура воздуха 14 градусов. Зарядка будет проходить на стадионе. Дежурный отряд первый. Лагерь выходит на зарядку. Ну-ка, вытяните руки. Куда ты вот с ним будешь? Куда? Еще дальше. Идешь сюда. Куда? Где двигайся? Куда? Так, дальше туда. Вытяните руки всем. Ну куда ты стоишь? Ты видишь, его будешь касаться. Так, я... Третья шеренка. Шаг назад. Сайдам, марш. Нет, третья шеренка. Так, еще дальше. Так. Руки еще раз вытянули. Закончили. Так, руки по тазу продвинем. Руки вытянут вперед. Ладони, видите, вот так, не так, а боком. Делаем так вперед, назад, прогиб. Там с левой и с правой ноги. Прогиб. Исходное положение. Упражнение всем медленно с левой ноги. Начинай. Раз. Два, три, четыре. А ты сейчас будешь бегать у меня. Правой ноги. Раз, два, три, четыре. Левой ноги. Раз, два, три, четыре. Прогиб, он сказал, корпус прогибать надо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Закончим. Так, упражнение. Показываем. Удар отрабатываем. Блин, карате. И начинаем. Подсекаем. Раз на левую ногу. И на левую ногу. Два удара. Правая. Подсекаем. Три. Вернуться. Два шага назад. Так, я не вижу лоскутов. Вот мы посмотрим Руди. Фильм, как вы все зарядочки. Понимаете? А нас теперь режиссер. Так, подсчет смотрим, чтобы все наклонились, ни одной главы не видела. Так, Ягалковский. С удовольствием. Руднев. Скрябин. Ягалковский, Соловьянов. Так, сейчас я буду выбирать по зарядке. Милехин. Кто будет со мной делать зарядку? Я двух.
Уже прыгал. А этот гол записывается, да? Прикол, что круто, да? Левин, ты сегодня со мной остаешься делать все продажи. На линейку выходит второй отряд. Вот появился пятый отряд. Товарищ дежурная вожатая, первый отряд в количестве 27 человек на линейку построен. Рапорт давал корни детали. Значит, четвертый отряд отправляется в детский сад, показывает сказку «Красная шапочка», а остальных отрядов тоже по отряду планов. Вечером нам третий отряд представляет игру «Любовь с первого взгляда». Вот. Третий. Вообще-то будет игра третьего отряда. Значит, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вчера у нас проходил конкурс в составе режиссер, и очень бы хотелось опять-таки отметить самых наших маленьких участников этого конкурса, пятый отряд, который вчера, всеобщему, ну, восхищению и удивлению, заняли первое место. Давайте им похлопаем. Молодцы, пятый отряд. Дает веселую ситуацию. Но это если, в том случае, если будет хорошая погода. И вот... Сейчас тут Вадян из пятого отряда принес курточку. Посмотрите, пожалуйста, чья это курточка. Скажите большое спасибо Вадику, что он ее нашел и принес. Большое спасибо, Вадик. Третий отряд, кого уже оглашу. Отряд показывает, как они умеют кривляться на линейке. Продолжаем. Знаменитый фонтанчик.
вообще не покупать, можешь мимо пройти. Можешь купить, будет твоя собственность. Хочешь? И что? 5000 давай, все, собственность стать твоя. Вот такие. Ты будешь ходить по ей подруге. Теперь кто? Следующий кто? Подождите, кто? Все время по ей подруге? Да. Нет, ну не все время, ты по шапку. Синий ты отдаешь это. Да. Синий. И раз, два, три, ура! Знаешь правило, ты дай кубик два раза. Можно я почитаю? Сейчас в баллон попаду. Три, ух! Три, шесть. Курс обмена валюты 10 рублей равен 1 валюте. Все поломали. Что это такое за дела? А можно опять ставить? Вот это не твоё. Что я сюда? А я не умею вставлять. Ну, умею, только как ты вставляешь? Что не умею? На то я вообще не вот ручки надо вставлять иголочками. Но ты же мне не надел ручки. Подвини, вот. Вот отверни, хватает. Никак. Сообразить, что надо цепить так. Ну вот. И не отверну. Ну, а ты что, никак ничего не делаешь, да? У меня хватило сил. Ну и не вышивайте, Леша фотографирует. А кто тебя просит вышивать? Просто бери там. Что с Леной такое? Что это со мной такое? Девочки, ну вы это... Не надо, слушай, не хочешь, так нам не мешай. Ты не изделие, смотри-то. Куда ж ты смотришь? Туда-то. Тебя фотографируют, а ты... Все на изделие смотрят. Что делают? Миша, задай. Замок, по-моему, мы не найдем ровненько. Угу. Нет, замок. Вот, замок. Это вот такой вот махина нарисовать. Ну, а что, пусть. Нет, пусть порадуется. С такими же пальмочками. Ну, а чего? Почему нет? Индийскую тематику нарисовать. Ну, мне как раз войдет на большую. Ладно, давай. А где окна? Только вот эти? Пойдет. На полках под колонной и все. Еще что у детской, а вот это у нас. Рома! Ой, Рома! Рома, сними меня! Давай, садись. А мне не будет места. Самый конец, я тебе говорю. Ну, мне кажется... Ладно, у нас время тоже дорогое. Ну все, не пойду. Ты там щекочешь за пятки.
Все нормально. Ну, кончай, хватит. Все, хватит. Зажигай свет. Все нормально. Не пускай глаза, не пускай. Давай, ты здесь смотрите, я так показываю. Потом будешь что-то снимать. Я же это никуда. Тут лапочки у нас идут. Ты уже сделал если? А второй? Ну что, потворчи. Смотрите, да? Играет. Жень! Женя! Жень! Женька Стивакин. Как отснимем? Да, будет стакан с джем? Обязательно. Да. Когда? Первый отряд телевизор смотрит, да? Да, вот. Ты сюда смотри. Самое, что интересно, что играет в карты и этот отряд, и третий. То есть, это, нет, четвертый играет, и первый тоже играет в карты. Картежники. Кто-то отдыхает, кто-то играет в карты. Алло, давай, ну посмотри, что там второй платье. Алло, ты уходишь. Сейчас. Ну ладно, Ром, ты прям не застрял внимание. Ну я где-то. Не-не-не-не-не. Опять в карты будет. Ага, весь отряд в карты играет. А можно посмотреть? А он у них. Потом будем смотреть. А можно посмотреть? Нет, потом будем смотреть. Я хочу посмотреть. Ром, хочешь очку? Не, спасибо, девушки. Здрасте, это лагерь «Романтика». Палата номер 3. Первый отряд. Молодцы. Меня зовут Саша. Так, Саша, отойди. Не закрывай, так сказать. Это Рома, это Ваня, это Ваня. Будем знакомы. И все, больше нет никого. Передайте привет моей маме. Вся компания в сборе, да? Ага. Весь отряд дуется, Правый, слева, левый. Слушай, вот из первого почему-то спало все. Кому это надо? Это вам надо. Потом сами на себя. Ну, мы нас потом, когда мы будем в футбол играть у нас. А там времени хватит на все. Да? Ну ладно. Сжатые на отдыхе. Дети, где? Пошли детей снимать. Ой, мусор как раз. Слышал, мусор играет. Да. Рома, быстрее там, пока мусор играет, Рома. Да, давай. А шторы отлезьте, шторы отлезьте. Светлее было. Да вот эту. Все отряды перед обедом отдыхают. Кто в карты играет? Конечно, а как же? Второго отряда. Ой, тут же восьмой. Ой, пятый делает. А в каких час что делать будете? Спать тоже спать. Молодцы. Всем повалку, умирают. Здравствуйте. Как у вас дела тут? Окей. Мы сажаетесь. А, и убежали сразу, трусики.
сами вас любой играть. Ой, спасибо. Спасибо нам некогда. Мы, видите, фильм о лагере готовим. Да? Угу. Хорошо. А где морской бой-то? Каждый где ты занимаешь, морской бой ты делаешь. Нет, ты ко мне не подходи, ты прям там можешь показать, я здесь тебя вижу, прекрасно. Здесь я... О, морской бой, отлично. Крупным план, да, хоть, а то все в карты играют. Все. Отдыхается у нас? Да, хорошо. Хорошо, молодцы. Легли отдохнуть, да? Устали уже, да? Сейчас обед пойдем? Да. Скажи что-нибудь. Аппетит не гоняет. Аппетит? Ну, это не аппетит, это вы, как это, знаете, эти жиры, жиры. Сберегайте, так сказать, да? Ну ладно, счастливо, отдыхайте. Привет. Сиська, отличка, режимся, да? Зачем ты дрогнул, зачем? У меня король потом... Потом фильм будете смотреть. У меня король казак будет казать мою. Ага, вижу, вижу. Я выиграю. Вижу, вижу. Я говорю, шахан на коне, да? Вот посмотрите. Вот уже подошла. А потом директору покажут, чем вы занимаетесь. Во-во-во-во-во, правильно. Я вас одни же брала, что еще один. Да ладно, чего? Ну, раз снимаешь. Ой, ну ты не издумаешь. Оль, тебя снимай мне. Ты снимаешь? Ну что скажешь? Привет и все? А что еще? А чего ты хотел? Идешь обедать, да? Да. Ну, давай. Приятного аппетита. Не-не-не, мне можно еще. А я тоже хочу пообедать, а я не ушла. Это... А где Паша-то фотограф? А Паша там в корпусе. Корпусе? Это танцовщица, да? А. Да? Вера Григорьевна. Что же вы так танцовщица? Не знаете, как звать ее? Да. Ну ладно, все, сейчас пойдем обедать, да? Да. Ну все. А я говорю, где еще один фотограф? А он тоже обедать выдвигается, да? Снимаешь там? Да. Подожди. Котлеточки. Зелень, красота. А, это помидорчик. Так. Нет, нет, все, я. Повар вытаскивает что-то из плиты.
даже не дала. А тут целом надо. Шашечный турнир. Я из какого отряда? Из пятого? А? Из пятого. Иди, вот с четвертым сыграешь, с третьим. Иди, вот сейчас шашки сыграешь. Не отвлекайся, иди. Иди, сейчас там займешься. Я буду сделать тихо, у меня тоже надо белый. Подним. Ты у меня белый.
Давай, Ромка, еще было лучше, если вообще дверь. Да чего? Так, ребят, мне не надо. Ага, сразу палец убрал изо рта. Вид взрослый человек, а дети играют в карты. Во-во-во, хорошо. У нас так холодное место, Емоза. Да выходи, Мара. Фокус на картах. Ага. Да, давай. Что, подменяешься? Так, ты, ну-ка, догадался, ну-ка, иди туда, к забору. Около давай, нас. Ты бери. Бери карту. Бери. Бери карту. Турнир по картам? Да. Да? Можно сон? Да, я первый. Где? Балалайка. Балалайка. Как вам отдыхается? Хорошо. Хорошо? Ну, я хочу домой. Домой? Да. А что, не понравилось что-то? Я не хочу домой. С папой, с мамой лучше, да? Да, а ты живешь в Москве, да? Ну, здесь все-таки свежий воздух, такая природа. Вы, наверное, в Москве там на даче бываете, да? Ездите отдыхать куда-то, да? Да? Ну, ничего ж. Тут уже немножко осталось до конца, скоро поедете домой. Ну, ладно, девочки, хорошего вам отдыха. Хорошо идут дела, голова пока цела. Ты так вырос. Рома, как тебе дела? Хорошо? А, все. Где ты? Куда ты родился? Домой. Рома, я знаю, что мы 29-й уезжаем. Знаю. Ты не хорошенькая, можно сказать? Можно. Здоровья пожелать. Желаю всем здоровья. Ну. Да, снимать. Ну, прям, сейчас как всегда испортится. Всегда готов. А, так нечестно, Александр. А я тоже скажу, я ухожу. Не надо меня, Александр, уходить от ответственности. Да, меня одно оставите здесь. Ладно, ладно. Я так точно хочу. Доктор остается в изоляторе одна. Детей всех вылечила. Правильно, надо лежать. А ты не лежит? Чего там лежит? Хоть бы в камеру соврали.
Сейчас там микрофон работает. Конечно. Обожает на ночь глядь погрызть. Ну да. Разливает кипятчик и любимые сухарики. Любовь к лице. Андрей Семенович. Спасибо за сухарики. Уже с сухариками. Довольно счастливый. И дискотека продолжается на стадионе. Первый отряд занимается спортом. Не только. Сейчас пойдет. Внимание, внимание!
всем отрядам разойтись по отрядным местам и начинать готовиться к отбою. Отбой через 5 минут. Повторяю, всем отрядам разойтись по отрядным местам и начинать готовиться к отбою. Отбой через 5 минут. Оздоровительному лагерю «Романтика» объявляется отбой. Всем спокойной ночи!